Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаево-Черкесия», в студии Дарья Тындит. Министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии Владимир Нефедов поздравил личный состав с Днем защитника Отечества. Сегодня мы выражаем благодарность всем сотрудникам отдела внутренних дел, которые служат и защищают нас, готовы рисковать своей жизнью, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие. Ваша преданность, доблесть и профессионализм неоценимы. Вы герой нашего времени, отметил министр. В этот же день личному составу вручили ключи от новых служебных автомашин, которые позволят сотрудникам полиции максимально оперативно действовать в экстренных ситуациях, выполняя служебные задачи, а также станут важным подспорьем повышения эффективности работы. 17 февраля стартовало адресное информирование избирателей. Более 900 членов участковых избирательных комиссий помогут определиться с удобным способом голосования. Группа УИК избирательного участка 48 на территории 17-й гимназии Черкесска уже получила специальную экипировку и отправилась на первые адреса. Смотрите подробности. Процесс подготовки к подомовому и поквартирному обходу на избирательном участке 48 начался с самого утра. Членам избирательной комиссии выдали специальную экипировку и пригласительные для избирателей с подробно уточняющей информацией. Обходчики УИК помогут избирателям определиться с удобным способом голосования и подскажут адрес избирательного участка. Наша задача – рассказать избирателям о предстоящих выборах, о том, какими способами можно проголосовать, принять заявку на голосование на дому, ответить на возникающие у вас, у граждан, вопросы. Узнать обходчиков возможно будет благодаря накидке, жилетке и синей сумке с логотипом выборов, нагрудному знаку в форме буквы «В» в цвете российского триколора. У каждого члена УИК также имеется нагрудный бейдж с указанием ФИО и удостоверение. Команда УИК избирательного участка 48 оперативно собралась и сразу выдвинулась на первый адрес – многоквартирный дом. Избиратели доброжелательно встречают обходчиков. Ирина Шаева внимательно выслушала и ответила на вопросы анкеты, а также получила пригласительное. Думаю, очень нужный проект, который разработал Центр избирком. Особенно для пожилых, для молодежи, которые только начинают голосовать. Ну, обходчики очень внятно все объяснили, очень доходчиво. На все вопросы как бы отвечают, вежливые. Поэтому, думаю, это нужный проект. Спасибо большое. Подомовые обходы членов участковых избирательных комиссий будут проводиться с 17 февраля по 7 марта 2024 года. Дарья Тындит, Миха Каракелян, Вести Карачаево-Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после продолжим выпуск. В образовательных учреждениях Карачаево-Черкесии прошли мероприятия, посвященные функциональной грамотности, то есть применению на практике ранее полученных теоретических знаний. Одна из таких встреч специалистов состоялась в 6-й гимназии из Жигуты. В числе почетных гостей мировой рекордсмен по пауэрлифтингу Алан Бачаев. Подробности у Артура Мхце. Врага почуял, и вой, протяжный, жалобный как стон, раздался труп, и начал он сердито лапы рыть песок. В Ужегутинской 6-й гимназии идет занятие. Ученики выразительно декламируют одно из произведений Михаила Лермонтова. Правда, на этот раз за читательской грамотностью ребят наблюдают специалисты Регионального института повышения квалификации работников образования. По словам экспертов, практическое применение ранее полученных знаний занимает важное место в системе обучения, будь то чтение стихов, изучение физических и химических свойств воды или использование в образовании функционала искусственного интеллекта. Это такой вид грамотности, который учит и детей, и нас в том числе, быть социально успешными, уметь адаптироваться к любой ситуации, житейской, профессиональной ситуации, учебной, воспитательной, неважно какой. Потому что функциональная грамотность включает в себя формирование навыков и предметных,
и так называемых метапредметных, то есть общих для всех предметов. Приобретенные на уроках знания могут оказаться бесполезными, а могут помогать реализовывать проекты различной степени сложности. И функциональная грамотность дает теории практический смысл. Сегодня эта тема очень актуальна. Сегодня без функциональной грамотности не только учителя, дети не могут обходиться. Поэтому мы должны в новой сфере работать, новшества вводим в нашу школу. Поэтому Министерство образования решили еще раз дополнительно проводить это мероприятие. Не только в нашей школе, оно проводится и в других районах. Разумеется, лучше всего ориентироваться на тех, кто уже прошел определенный путь к достижению высот. В рамках семинаров по функциональной грамотности школьники нередко общаются с успешными в той или иной сфере людьми. Так учеников этой гимназии посетил победитель Кубка мира по пауэрлифтингу Алан Бачаев. На недавнем европейском спортивном форуме, установивший новый мировой рекорд в строгом подъеме на бицепс. Его пример дороги к успеху может быть полезен кому-то из ребят. Своими впечатлениями от сотрудничества с Аланом поделился и его наставник, директор гимназии Хасан Архагов, являющийся заслуженным тренером Карачаево-Черкесии. Когда я Алана взял, первое, что мне в нем понравилось, в категоричной форме, он очень-очень внимательный. Дисциплина. Раньше наше поколение, наши дедушки наши обучали нас, учили нас. Кавказец должен быть мужественный, храбрый, немногословный, решительный. Такие мероприятия крайне необходимы в первую очередь для обмена практическим опытом, для успешной работы по формированию у школьников республики представлений о функциональной грамотности. Артур Мхцемин, Дина Джанкезова, Ренат Муков, Вести Карачаево-Черкесия, Уджигутинский район. Народов много, страна одна. Под таким названием прошел отчетный концерт творческих коллективов республиканской столицы в рамках республиканского фестиваля народного творчества «Сила России в нашем народе». Подробности у Али Баташева. Майский вальс в исполнении заслуженного артиста Карачаево-Черкесии Владимира Гавриленко звучал торжественно и напоминал о Великой Победе. Духовой оркестр сыграл марш «Эльбрус», в котором прозвучал мотив, знакомый многим с детства. Красотой и великолепие танцев народов Северного Кавказа показал в своем выступлении ансамбль «Кавказ» художественный руководитель, народный артист Карачаево-Черкесии Эдуард Хугаев. Ни одно выступление ансамбля казачьей песни и заслуженной артистки России Кубани Лидии Луценко не обходится без народной песни. Понемножечку, помаленечку, это мы возвращаемся в истоки. Мы возвращается баян, гармошка. Возвращаются народные песни, ну потому что без своего народного, как можно говорить о народе вообще? Обязательно. Я в этом уверена, все, что это будет, и это будет очень модно в каждом народе. Отчетный концерт – это в первую очередь, в какой мы форме находимся, готовность номер один – служить нашей стране в любое время, днем и ночью. Конкурс отчетных концертов творческих коллективов отделов культуры перед населением проводится в рамках Республиканского фестиваля народного творчества «Сила России в нашем народе» с 16 по 19 февраля. По итогам просмотра всех выступлений лучшие концертные программы будут отмечены дипломами и памятными подарками. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. В Центре развития предпринимательства на Горького, 8, продолжает свою работу рыбная лавка. Что на этот раз привезли рыбаки Камчатки, расскажет Светлана Шаганова. Мимо рыбной лавки невозможно пройти, аромат на всю округу. Семейная пара сегодня специально приехала из Карачаевска, чтобы купить самую вкусную рыбу к праздничному столу. Мы второй год сюда уже приезжаем, покупаем рыбу. Она бесподобная, свежая, вкусная, так что всем рекомендуем. Рыба на самом деле классная. Вот свежую нам сейчас дали попробовать. И чевыча, и холодного копчения, и слабосоленая. Мы всегда здесь затариваемся, потому что я и сам сахалинец. И вырос там, и родился там. И все, что на Охотском море, от Камчатки до Амурского края, до Хабаровского края, все вот так.
Но сегодня вы приехали откуда? Сегодня мы приехали из Карачаевска. Мы там живем специально. Именно. Вчера мы увидели эту рекламу на телеканале «Россия», КЧР, и приехали специально за рыбой. А рыбы здесь очень много, ассортимент разнообразный. Вот такая, можно сказать, очаровательная рыбка украсит праздничный стол. Да и к пиву есть что выбрать. Самая лучшая селедочка из скумбрии, акварионной картошечки. Можно выбрать из семейства лососевых. Наша любимая лососевая рыба – это чавыча. Самая жирная, самая вкусная, многокалорийная, омега-6. Аминокислоты, это все в этой рыбке есть. И не только в этой чавыче, и в белорыбице. Наисвежайшая чавыча, семга, кижуч, кита, белорыбица, омуль, корюшка. Выбор огромный. В этой рыбе содержатся уникальные жиры, которые способствуют похудению, снижают уровень холестерина, делают сосуды более эластичными и крепкими. В преддверии 23 февраля женщины рекомендую, будет очень приятно, думаю, вашим мужчинам полакомиться этим. Да, спасибо, дорогая. Рыбаки Камчатки привезли и консерву, самую настоящую. Ну а красная икра просто пальчики оближешь. Она предотвращает развитие атеросклероза и поддерживает иммунитет. Кальций укрепляет кости, волосы и ногти. Продукт благотворно влияет на кровообращение, снижает артериальное давление и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также икра повышает гемоглобин. Приходите в нашу рыбную лавку, все лучшее для вас. Здесь все к праздничному столу 23 февраля и 8 марта. Праздники уже на носу, и аромат прекрасной рыбки так и манит посетить рыбную лавку, которая будет работать до конца недели в Центре развития предпринимательства на улице Горького, 8. Светлана Шаганова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. На этом субботний выпуск «Вести» подошел к концу. Приятных вам праздничных выходных и всего доброго!